Привет, друзья! Привет, мои любимые зрители! С вами Лилия Донскова, и сегодня у нас наконец-то долгожданное видео. Первое видео, первый выпуск с моими пустыми баночками. Все, что я использовала за один месяц, за август, я вам покажу сейчас в этом обзоре. Ну что, готова? Вот такая целая коробка, кстати, увесистая коробка. Начинаем. Буду прям все подряд доставать и показывать. Итак, первый самый большой флакон — это пена для ванн. Называется она Sparkling Collection. Мне очень понравилась эта пена, и я ее действительно... Это тот продукт, который я бы повторила. И я уже его выписала в этом каталоге, он идет с огромной скидкой. Почему? Большой объем, очень высокая концентрация продукта, и можно использовать не только как пену для ванн, мы его используем как гель для душа. Чудесный аромат, чудесная кожа, увлажнение идет. Ну, я прям довольна и рекомендую. Этот продукт классный. Такой шампунь сейчас уже не выпускают, это был в запасниках серии Higher, сейчас эта серия обновленная. Но если сравнивать, например, сейчас найду шампунь, где у меня еще баночка. Нету, здесь нету, еще не закончился. Например, если сравнивать вот с серией, которая сейчас идет вот в таких вот бутылочках Love Nature, то вот эти шампуни мне нравятся больше. Объясняю почему. Когда вы начнете пользоваться профессиональным уходом для волос, то вы заметите, что волосы, они как-то более тяжелые, что ли, вот, потому что профессиональный шампунь, он обволакивает каждый волосок, питает его, ухаживает за волосом. То есть, например, у шампуня стоит задача придать блеск волосам. То есть он будет его культивировать, этот шампунчик, наполнять его питательными компонентами, чтобы он блестел и выглядел таким вот, ну, ухоженным и живым. Конечно же, эти компоненты, они немножечко утяжеляют волосы. Но я их все равно очень люблю и беру и те, и другие. А иногда, знаете, как делаю? Я комбинирую. Я, например, первый раз мою голову одним шампунем, потом другим из другой серии. И мне очень нравится эффект. То есть волосы всегда выглядят такими чистыми, свежими, блестящими и ухоженными. Кто там? Купается. Кот купается. Я говорю про средства гигиены, и он тоже купается. Кондиционер для волос. Сейчас посмотрю, он один здесь или еще один есть. Кондиционер тоже сейчас этой серии нет, она обновленная Nature Secrets. Очень классный. Кондиционеры я люблю, бальзамы нужно использовать обязательно. И я очень люблю все наши бальзамы, независимо от того, профессионально. Да, вот, кстати, второй. У нас очень большой расход и шампуня, и бальзама, потому что мы с дочкой вдвоем. Волосы обеих длинные. Сейчас я спрятала косы свои, вот они. Длиннющие волосы, густые. И у нас в месяц, вот я просто посмотрю, сколько расход, теперь будет интересно наблюдать. Два, мне кажется, флакончика всегда уходит, и шампунь тоже улетает. И у меня есть такая вот тенденция, какая-то, я открываю сразу, например, два шампуня, два кондиционера, потому что я люблю перемены. Гели для душа у нас одновременно открыты 5-6 штук. Поэтому, вот, например, если говорить о геле, сейчас покажу, вот два геля, два вот таких вот геля. То есть они были открыты все одновременно, и вот в августе они по очереди все закончились. И получается, что вот гель, как дыня и кокосовая вода, это мой любимый гель, я его просто обожаю. А, это, кстати, шампунь Love Nature, это личи и зеленый чай, по-моему. Да, зеленый чай и личи тоже, видите, вот закончились как раз два шампуня. Гель для душа я очень люблю и все время, знаете, как делаю? Например, у меня настроение, ну, перед сном, да, нужно, у меня такое, может быть, и возбужденная там нервная система немножечко, может быть, много каких-то событий было, и мне нужно успокоиться. Тогда я беру какой-нибудь гель, который вот сладенький, мягенький, кофейный, например, что-то такое, что расслабляет и уносит такую вот, ну, в нирвану. Вот, если я хочу взбодриться, вот, освежиться, взбодриться, то это, конечно, вот гель вербена и лимон. Кстати, вот кокос тоже, он такой вот, ну, классный, освежающий. Я ими тогда пользуюсь. А вот жасмин, например, жасмин, который тоже закончился, он вот реально, это вот прям расслабление, такая женственность, нежность. То есть, вот это очень крутые вот баночки. Мне очень нравятся флаконы. У них такие красивые, классные флакончики. То есть это то, что я бы точно повторила. Кстати, вот про этот шампунь могу сказать, что я им попользовалась два раза, но мне он не очень подошел, а дочка с удовольствием его вот израсходовала.
Еще один шампунь из старой коллекции, сейчас ее обновили, Hair X. Этот шампунь тонизирует рост волос, стимулирует. Тонизирует, стимулирует, очень похожие слова. То есть, если вы хотите отрастить волосы, чтобы они укрепились, росли быстрее, обратите внимание, что у нас есть крутой шампунь, я им постоянно пользуюсь. В этой серии еще есть тоник для усиления роста волос, он там стимулирует кровообращение, все такое. Но я такая лентяйка, что я все-таки поленилась пользоваться и отдала его подружке, потому что там нужно, вот чтобы был результат от любого действия, нужно делать каждый день. Ну согласитесь, если вы хотите, например, ну, сесть на шпагат и будете тренироваться раз в неделю, эффект будет нулевой, да, чтобы сесть на шпагат, нужно каждый день тянуться. То же самое и с тоником, его надо использовать каждый день. А я вот делала, забросила, потом раз в неделю, я поняла, что эффекта нет, и отдала человеку, которому он нужен. Вот. А вот это я легко и с удовольствием использую. Так, это тоже шампунь 2 в 1, шампунь-кондиционер. Вообще серия приятная, но я бы для себя не повторила этот, ну, продукт, я его второй раз уже не закажу. Во-первых, я не очень люблю, когда вместе шампунь и кондиционер. Это бывает крайнее исключение, когда они мне подходят. Все-таки, когда волосы, ну, очень длинные и кончики, они все равно сухие. Их надо отдельным бальзамом, не просто шампунь, потому что шампунь мы не держим на волосах, мы его наносим и смываем. А бальзам мы можем подержать. Я, например, вот беру бальзам, написано держать там 2-3 минуты, а я могу 5-10 подержать. Да? То есть у меня от этого волосам лучше. И наносим мы бальзам, хотя бы отступив 10 сантиметров от начала роста волос. То есть отступили, нанесли и подержали. И тогда волосы классно расчесываются, и все комфортно. То есть вот этот я бы не повторила продукт. Вот. Но очень люблю наши интимные гели. Но вот из всей серии, из всех, которые у нас есть, там с розовой водой, с орхидеей, с алоэ, мне больше всего нравится ромашка. И по аромату, и по консистенции. Хотя вроде бы они ничем не отличаются, но я перепробовала все. И вот этот я повторяю уже, наверное, у нас третий или четвертый флакон. И когда они были по акции, я их еще там штуки три лежат в заначке, потому что у нас пользуется ими вся семья. Соответственно, расход большой. Следующий продукт, который я повторяю и повторяю и повторяю постоянно, это скраб для тела, мед и молоко из медовой коллекции. Я его безумно люблю. Действительно, когда его выдавливаешь на руку, такое чувство, что вот просто мед на руке лежит с крупиночками, такой засахаренный медок. И кожа от него вот просто балдежная. Я его постоянно беру, надеюсь, что его никогда не снимут с производства. Хотя мне очень нравится еще скраб из серии Spa, и вот будет новинка скоро. Но этот тоже просто постоянно должен быть, не знаю, мне все в нем нравится. И упаковочка вот эта золотистая, и как он пахнет, и какая кожа. То есть это прям 5 с плюсом, высший пилотаж. Так, еще про интим, если уж говорить, то есть у нас еще такая пенка мусс, не знаю, давно ее не видела в каталоге, вот она у меня закончилась, ну не очень удобно, гель лучше, как-то лучше смягчает, удобнее, и просто мне нравится даже вот то, что он стоит на, ну, ванной, я просто нажала каплю и все, этот же, чтобы достать, надо открыть крышку, надо его взбить, выдавить, потом опять закрыть, то есть я люблю, как бы, вот, мне очень нравится все, что тын-тын-тын, быстренько нажали, выдавили, использовали, поэтому повторы этого я тоже делать не буду, то есть я все-таки за интим с дозатором, интимный гель. Так, следующее, если говорим про тело, то это антицеллюлитный крем, такой тонизирующий крем-гель. Очень мне нравится. Мне часто говорят, ты такая стройная, откуда у тебя целлюлит? Ну вот он бывает, особенно когда много сидишь, мало двигаешься, за зиму он у меня накапливается. Вот, я им пользуюсь, так, знаете, как периодически я понимаю, что оу, сезон пляжный, надо быстрее, или там мы собираемся куда-то лететь. Значит, за месяц я начинаю активно делать такие вот упражнения с массажером каждый день, выйдя из душа. И эффект просто обалденный. Самое главное, эффект быстрый. У меня вот месяца достаточно, чтобы разбить все эти вот жировые, как-то апельсиновую корочку, чтобы это все подтянулось, потому что подтяжка идет офигенно. Я и на животик делаю, и на бедра, и на попку. То есть начинаю прямо от коленочек и пошла-пошла вверх до
до бюста, так скажем. Тоже мне очень нравится. Из серии спа, Swedish Spa. Очень крутой, большой объем, то есть на курс вот так вот хватает за глаза. Так, дальше про тело говорим. Закончилась баночка крема серии Loving Care. О, какой он вкусный. И, по-моему, это у меня уже вторая или третья баночка. Он небольшого объема, 150 мл. И в дорогу брать удобно с собой. То есть он маленький. Сама вот упаковка ничего не весит. Вот просто, ну, кайф. И как он классно смягчает кожу. Это вот просто волшебство. То есть кожа такая мягкая, разглаживается, так пахнет. Вот знаете, тонкий-тонкий аромат миндаля. То есть вот это мне очень нравится штучка. Так, для зубов вот закончился тюбик. Сразу открыто было 4 тюбика, поэтому быстро все не заканчиваются, и мы их чередуем. То травяной, то тонизирующий, то отбеливающий, то тотальная защита. Я люблю безумно наши пасты. Обратите внимание, тут написано «одобрено шведскими стоматологами». Зубки классные, десна классные, ничего не кровоточит, кариеса нет. Я каждые полгода обязательно хожу к зубному врачу, проверяю состояние зубов, потому что... Ну, как бы это очень важно, да, вообще все важно, но зубы-то это все, это и красота, это и как мы кушаем, да, если зубки все здоровы, мы хорошо пережевываем пищу. Самое главное, чтобы еще и запах был изо рта приятный. Вот наши пасты с этим совсем справляются легко. И вот эту я люблю больше всех. Это травяной комплекс, у нее такая зелененькая упаковочка. Все, она закончилась, я ее люблю, уже новую открыла. Так, чтобы все было, как говорится, не хаотично. Да, вот еще крем был из коллекции, который, по-моему, сейчас уже не выпускают. Очень красивая баночка с арбузным ароматом, и он с охлаждающим эффектом. Вот я летом как раз его домазала в августе, открыла баночку. После загара он шикарно, когда позагораешь, он шикарно охлаждает кожу, но, к сожалению, выписать уже нельзя, поэтому много про него рассказывать не буду. Так, что у нас еще по логике здесь? Так, ну для лица вот закончились две маски. Ну, как видите, настолько закончились, что даже были вскрыты, чтобы ни одна капелька не пропала. Ну, маски очень крутые. И та, и другая. Это серия Swedish Spa, это серия Eco Beauty. Маски очищающие с глины. Это с розовой глины, это такая зеленоватая. Очень круто чистят поры. У меня их дочка просто обожает, пользуется часто. Потому что как раз вот возраст такой, 19 лет, когда еще бывают проблемы частенько на лице какие-то вылазят. Вот поэтому у нас эти маски тоже вот прям вагонами уходят. Так, что вам еще показать? Ну, еще одна осталась штучка. Это маска серии Elio. Закончилась, к сожалению. Мне она нравится больше всех наших масок. То есть мы ее наносим на волосы, оставляем на подольше. Я масочки держу прям долго, прям минут 5-10. Мне очень нравится эффект. Именно вот от этой маски волосы просто обалденные и по качеству, и как пахнет. Вот такое чувство, что волосы просто... Ну, какой-то нежный аромат духов, просто восхитительный. Это тоже вот эту маску мы постоянно повторяем, когда она идет к каким-нибудь акциям со скидками, то я их беру сразу несколько баночек. Вот дочка у меня тоже больше всего эту серию любит. Так, ну что, здесь у меня пошло все для лица. Закончился тоник Novage коллаген из серии коллаген. Тоже шикарный тоник. Вот что я заметила, когда этим тоником протираешь лицо, такое чувство, как будто вот какая-то пеночка по лицу пробегает, так легонько, кое-где так заметно, но я прям обильно смачиваю ватный диск, и мне нравится, какая становится кожа. Вот реально, вот только сделая очищение и тонизирование, уже такое чувство, что кожа немножечко омолодилась. Вот когда переходишь с какой-нибудь там серии, вот, ну, простенькой, может быть, кто-то пользуется, алоэ, например, или там ромашковой, Optimus, переходишь на Novage, и вот разница вот просто космическая. Ну, недаром она и стоит, ну, как бы недешево эта серия. Далее у меня закончилась дневной крем. Тоже коллаген Novage. Он очень удобный, с дозатором. Видите, он весь у меня ушел. Я вам сейчас расскажу, как им правильно пользоваться. Раньше, когда я его брала, я пыталась выдавить, но у меня очень много оставалось здесь. И было прям вот жалко, что на такой дорогой крем...
остается. А потом я поняла, его нужно не сюда давить, а наоборот отсюда чуть-чуть, потому что дозатор заканчивается примерно у него 1,5 сантиметра в глубину тюбика. И нам нужно, чтобы в дозатор попадал крем. И я его выдавила сюда, у меня израсходовался он до конца, первый раз. Вот я такой вам лайфхак скажу, такую фишечку. Крем крутой, у него шикарная просто вот впитываемость, и как он легко распределяется по коже, он такой вот мягенький, нежный, я его просто обожаю, тоже постоянно эта серия у меня в ходу, и вот закончился тоже крем для глаз, это мой любимчик, если говорить о десятке моих любимых продуктов, то этот, наверное, занимает все-таки первое место, потому что глаза – зеркало души, и первые мимические морщинки появляются вокруг глаз, носогубные складки и межбровная вот эта вот складка, которую я все время сдвигаю брови, у меня лицо такое, ну, как сказать, гимнастическое, то есть много мимики выдает. И я себя не сдерживаю, потому что я не боюсь там, ну, что у меня там морщинки появятся, потому что со мной есть коллаген, и он меня всегда спасет. И вот буквально магия, когда начинаешь так вот разглаживать кожу, то есть несколько таких вот движений, крем чуть-чуть поступает на этот шарик, вот там даже какие-то остаточки, и вот волшебство, глазки сразу раскрываются, все разглаживается как утюжком. Я и носогубочки прохожу, вокруг губ на ночь делаю, потому что вокруг губ кожа тоже настолько же нежная, и практически она очень похожа на кожу вокруг глаз. И вот тут вот межбровью я так аккуратненько массирую, чтобы разгладить эту складочку. Ну, что тут скажешь, возраст все равно берет свое, но можно отдалить приближение старости до агрессивных морщин, пользуясь грамотно комплексным уходом. Я вам прям рекомендую коллаген. Буду вот так вот вместе ставить здесь. Так, что еще? Закончился ночной крем и коллаген. Тоже люблю его очень сильно. Вымазываю до конца, то есть пустая баночка абсолютно. Сначала лопаточка, уже в конце, когда лопаточка не справляется, я уже пальчиками там орудую. Ну, конечно же, ну, да, это удобно, пальцем взять крем очень удобно, хоть это и неправильно, но я это делаю, потому что мне каждая капелька этого крема дорога. Естественно, это то, что я повторяю регулярно эту серию на протяжении уже нескольких лет, как заканчивается, я ее беру заново. А что еще у меня был? Еще был крем, вот такой вот лифтинг, Ultimate Lift, и тоже я его как бы... Он у меня оставался чуть-чуть, я им проводила экспертные сессии с девушками, да, и думаю, ну раз я их сейчас пока времени не провожу, я его просто дозакончила, поэтому вот одновременно вместе закончилось. Еще одна штучка, такая красивая баночка, здесь Nutri 6, это капсулы, в которых находится коктейль масел энергетических, питательных, там просто положительно заряженных, которые разглаживают кожу. Это я использую на ночь, такую капсулку, и я очень люблю брать их в дорогу, потому что, ну вот, например, баночки, они очень тяжелые, это стекло, это, ну, такое вот дорого, это круто, но это тяжело. А когда мы едем в дорогу, я беру такой маленький пакетик, откладываю туда столько капсул, сколько мне нужно, на сколько дней я еду. И они невесомые практически. И каждый вечер я просто одну капсулку скрываю, наношу на все лицо и шею. И что? Легко, эффективно, потому что обычно, когда уезжаешь куда-то, мало спишь, много всяких нагрузок переносишь. Да, там самолет, поезд. И лицо, естественно, когда, ну, там, особенно взрослое лицо, оно сразу выдает, что ты в стрессе. А масла, они просто вот делают магию, просто лицо разглаживается, все оно такое просто кайфовое. Никто никогда не догадается, что я там, например, сплю 3-4 часа или максимум 5 в сутки. Все выглядит очень круто. Так, и еще один мой любимчик. Это двухфазное средство для снятия макияжа. Там прям капелюшечка почему-то осталась. Ну, уже открыла новое, этот, наверное, уже выкинула. Я больше всего люблю это средство, хотя оно предназначено для снятия водостойкой косметики, но
Оно лучше всех растворяет любую косметику. Какая разница, водостойка или нет. Мне просто очень комфортно. Я наношу на ватный диск, просто прижимаю, и мне не надо ничего так тереть и размазывать. Просто подержала, я обычно считаю до 30, аккуратненько снимаю все это, и одно движение вниз, и чуть-чуть в ресничках подтирать. То есть буквально 2-3 движения, и косметики нету. То есть растворяется все, тени. Тушь, подводка. Я крашусь достаточно активно каждый день. И я просто в восторге от этого средства. Надеюсь, что оно будет навсегда в коллекции Oriflame. Его никогда не снимут с производства, потому что я не знаю, как я без него буду жить. То есть это мой любимчик. Так, закончили мы с уходовой продукцией. И я сделала маленький такой, навела марафет в косметичке, потому что у меня косметики очень много. Она хранится так в большом сундуке. Я перебрала, и кое-что я выкинула, то, что лежит 100 лет, и просто уже я не пользуюсь и не буду пользоваться, да, там, срок годности, например, просроченный. Это вот такая помада-карандаш, энергоблеск. Уже тоже ее не выпускают, чуть-чуть осталось, но уже, как бы, у меня новые помады, которыми я пользуюсь, а это уже старенькая, я просто ее выкидываю, не буду пользоваться. Но очень нравилось. Случайно обнаружила, что у меня еще и старейшей, древнейшей коллекции лежит помада Giordani. Почему-то я ее тоже не использовала и забыла про нее, потому что постоянно выходят новинки какие-то соблазнительные, перед которыми просто невозможно устоять. Естественно, пользуешься всегда тем, что больше нравится. Но это уже срок годности закончился, выкидываю. Два тюбика блеска нашли у дочки. Ну, она у меня больше любит. Тоже почему-то не использовала. Я ее задариваю этими блесками, помадами. Вот, они у нас тоже уходят в мусорку. Так, нашла карандашик старенький тоже. Он такой серый, светлый-светлый, перламутровый. И он мне просто как бы, ну, не пришелся ни к чему. Я немножко им высветляла уголочки, но... Так как средство уже давнишнее, я им перестала пользоваться давным-давно, и теперь я просто готова с ним совсем расстаться, потому что пользоваться не просто я им не буду, а уже и нельзя. Так, помады серии Giordani. Это моя любимая серия. Почему я люблю тут прям остаточки-остаточки, но уже взяла точно такой же оттенок, сейчас скажу его код. Но коды все будут под видео, поэтому посмотрите, если какие-то продукты очень заинтересовали, чтобы вы могли их потом для себя заказать, если они еще есть в производстве. 22748, это мой любимый оттенок помады, особенно осень, зима и начало весны. Я в основном пользуюсь такой вот помадой, она настолько мягкая, нежная, у меня кожа просто очень светлая, и яркие помады зимой смотрятся слишком уж контрастные, как-то слишком вызывающие, ну, не очень. А это настолько дорого выглядит, и она, самое интересное, подходит всем. Я пробовала на разных моделях, я часто делаю визажи, и она идет абсолютно всем. Что можно? Контур подобрать под нее, тогда она будет более такая эффектная, яркая. Можно вообще без контура, тогда просто губы такие чистые, свежие, красивые, сочненькие губки, как будто, ну, не знаю, у молоденькой девушки. Очень крутая помада, я ее заказываю, уже, наверное, у меня 4-й или 5-й флакончик. То есть, когда она у меня заканчивается, я выписываю всегда этот цвет, он просто бесподобен. Так, выкидываю, он никогда у меня не заканчивается. Это гель для ресниц и бровей, он у меня всегда еще остается, но я их выкидываю постоянно, когда они уже становятся такого цвета, ну, серого. Как я им пользуюсь? То есть я беру гель новенький, открываю, и первое время я им пользуюсь только для ресниц, потому что здесь близко слизистая, и, да, что туда попадает. Проходит буквально там месяц, да, может быть, даже меньше, я открываю новенький гель, а этот я отдаю в брови. Когда у меня проходит период использования геля для ресничек, я выкидываю тот, который был для бровей уже, этот передаю в брови, открываю новенький. То есть я понимаю, что я вас, наверное, запутала, просто хочу сказать, что если вы делаете, ну, берете гель, и написано для бровей и ресниц, не надо мазать и брови, и ресницы, потому что с бровей вы можете какую-то краску снять, там попадают вот эти вот частички краски, он не грязный, у меня эта краска просто от бровей попала. Вот, не дай бог, глаза попадет, пойдет какая-то, да, инфекция, покраснение, ни в коем случае, глазки, это зеркало души, помните об этом. Поэтому они у меня постоянно уходят, думаю, будут часто в обзорах заканчиваться.
Моя любимая тушь 5 в одном. Как я ее люблю. Вот знаете, сколько тушей в своей жизни я перепробовала. Божечки мой, даже представить не можете. И французские все на свете, и там и Нивейл, и Ланком, и Лореаль. Да, все было. И, конечно, самая лучшая тушь — это 5 в одном от Орифлейм. Даже вот сейчас вышла новинка 5 в одном, все равно это лучше. Мне она больше нравится, как она укладывает реснички, как она их все причесывает, распушает, какая она вот невесомая. При этом же она делает такие ресницы шикарные. Она у меня закончилась. Все, уходит. И закончился буквально вот прям в последние дни августа. Хорошо, что в этом каталоге... Это коллекция со скидкой, карандаш для губ, мой любимый цвет, и сейчас у меня на губах он такой же карандаш. Он просто великолепный, это лучший карандаш вообще, который я пользовалась в жизни. Даже вот, если сравнивать с другими сериями, там у нас Colorbox, Giordani, The One, карандаш для губ. Первое место. Он просто очень крутой, очень. Он еще и выкручивающийся. Может быть, с одной стороны, ой, там еще что-то капелька осталась. Даже может покажется, что, ой, его не заточишь. Все равно удобно. Если правильно держать карандаш, он у вас всегда будет со стринкой с одной стороны. И вы тоненькие уголочки, если вам нужно вывести, вы их всегда выведете. Поэтому этот карандаш очень крут. И закончилось средство для ногтей. Сейчас скажу, это защитная основа под лак и глянцевое покрытие. 2 в 1. Тоже у меня очень большой расход этих средств всех для ногтей, потому что я ногти сама в основном всегда обрабатываю, ухаживаю и все покрытия делаю. Ну, я, конечно, делаю иногда гель-лак где-то, да, в салоне. Но это иногда, и все равно это очень сильно портит ногти, хоть это и красиво, но так как у меня он держится хорошо и долго, и мне так надоедают эти вот покрытия. Представьте, 3 недели, 4 недели ходить с одним и тем же лаком. Да я со скуки просто умираю, хоть это и очень удобно, но мне проще вот. Например, у меня сейчас покрытие 4-й день. Я спокойно все готовила, убиралась, да, там посуду мою. Но я стараюсь посуду мыть в перчатках. 4-й день, лак лежит идеально. Все, там пройдет еще 1-2, начнутся какие-то зазоры. И так как я использую сейчас гель-основу, я просто размочу лапочки, сниму быстренько этот лак и перекрашу. Мне буквально 20 минут нужно, чтобы у меня было новое покрытие, новый цвет. Я очень люблю разные лаки, разноцветные, у меня огромная их коллекция, но об этом мы поговорим в другом виде. Ну что, а сейчас мы включаем марш славянки и торжественно расстаемся с баночками. Только я уберу вот эти стекляшечки. Кстати, мне понравилось, сейчас есть такая, я не знаю, как это назвать, но очень хорошая вещь, что ставят около мусора контейнеры для пластика. И мы, например, весь пластик отдельно собираем сейчас и сдаем в пластик. Ну что, поехали? Мне кажется, ведра не хватит. Опаньки. Все. А это сверху. Как пирог. Вишенка на пирог. Ой, не падай. Все, целое ведро за месяц закончилось. Столько продукции было израсходовано на семью. Вот просто посчитайте, сколько мы посчитали, сколько мы сэкономили денег на 3 члена семьи за просто за то, что мы моемся и хорошо выглядим. Вот, на этом наш обзор закончен. Друзья мои, напишите, пожалуйста, в комментариях, что понравилось, что интересно. Может быть, есть какие-то вопросы по продукции, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. И помните, что каждый месяц теперь по традиции мы будем записывать обзор баночек пустых, которые у нас закончились, чтобы вы знали, что классного, а что может быть и не очень. Все, с вами была Лилия Донскова. Оставайтесь на нашем канале. Пока-пока. Всех расцеловала. Пока, будешь говорить? Идем говорить пока. Ой, дерется. Ну что, а как же сказать пока всем? До свидания. Ты проспал все видео, да? Я так и знала.
Все, ребята, всем пока. Кот Бакс тоже очень любит Орифлейм, потому что Орифлейм его кормит. Все, теперь точно пока.